Биржа CEMEX. Гарантированно верное решение. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в гостях у Владимира в рамках биржи инвестиций CEMEX. Мы познакомились с Вовой на одной из встреч в доме БМ. Это там, где я учился, где Вова учился. Вот. Я ему рассказал о нашем проекте, что мы можем привлечь беспроцентный инвестиционный займ за долю будущей прибыли. Там такое было мероприятие, когда мы менялись. То, что может, кому что нужно. Вот. А Владимир сказал, что ему нужна оборотка для того, чтобы увеличить доход, тот, который у него уже есть. Вов, расскажи, откуда доход, чем ты вообще занимаешься? Занимаемся оптовыми поставками с Китая. Что возите? Ну, ищем трендовые товары, заказываем их в Китае, привозим в Россию. На данный момент это пилки Шоль, антибликовые козырьки, светящиеся наушники, летающие миллионы, ну и еще ряд товаров. То есть есть просто товар, на который есть сейчас спрос, и вы что делаете? Вы просто берете там дешевле, продаете здесь бороду? Просто заказываем с Китая, да, здесь перепродаем оптом. У тебя там человек какой-то, то есть, ну, как ты... Да, есть свой человек, который за 10% гарантирует привезти абсолютно весь товар, взять его с производства, посадить на самолет, отправить. Так, ну, давай это по цифрам. По какой цене вы покупаете там? Вот, не знаю, давай возьмем пример какой-нибудь. Вот мы о наушниках, да, обсуждали? Да, наушник нам заходит 30 юаней, это умножить на 10, это примерно 300 рублей. Один наушник, 1000 наушников, это 300 тысяч рублей. Плюс доставка. Доставка это $9 за килограмм. В килограмме. 1000 наушников это примерно 100 килограмм. Угу. То есть там еще $900 за доставку. Так, итого наушник тебе выходит сколько в России? 370 рублей, наушник уже здесь у нас. А почему они в розницу, или как вот вы их продаете, по какой цене? И, ну, все от объема зависит. Если большой объем, то... Ну, все нормально. Если большой объем, то цена 450 рублей. Mm-hmm. Если брать средний расклад, то это от 550 до 600 рублей. Ну, в среднем, вот ты мне показывал CRM-ку, да, сейчас у тебя здесь написано, что средний заказ где-то 50 единиц. 50-100, да. Да, это цена тогда какая здесь вот написана? 570-600 рублей за наушник. Так, а что эти наушники? Это вот эти вот светящиеся наушники, которые сейчас везде там по соцсетям? Да, ходят, да, да, планируют. Светящиеся наушники, да. Слушай, ну они же в розницу, там что-то по 1,5, по 2000, да? Да, в розницу, тоже думаем запустить розницу, заключить договор с клиенткой, вот. Так, ну, получается, по арифметике, да, да, значит, ты сказал, что тебе нужно 300 тысяч оборотки. Получается, ты планируешь заказать 1000 единиц наушников, продавать их, ой, они тебе обойдутся, сколько сказал? Ну, в 370 рублей наушников. В России это с доставкой? Да, да. Окей, продавать ты их будешь где-то по там 550, по 600 рублей. 550-600 рублей, да. Ну, если это жестко-жестко округлить, это остается 200 тысяч. 200 тысяч чисто. Угу. Сколько ты предлагаешь инвесторам, на каких условиях ты хочешь вот, поучаствовать в бирже, на бирже? 50% инвесторам. От дохода? От чистой прибыли. Угу. То есть, значит, тебе нужно 300 тысяч, а на этом ты, твоя компания заработает 200 тысяч, 50 на 50, ты делишь долю с инвестором. По 100 тысяч. Да. А сколько времени, сколько цикл сделки длится, да, вот с того момента, как ты получил 300 тысяч, когда будет прибыль, то есть сколько тебе нужно? Заказ сам оформляется именно в Китае порядка 7 дней, и потом они отправляют нам, еще они идут до Москвы около 9-10 дней, там плюс один день распределения по складам. Угу. Вот, ну, 15-20 дней цикл, плюс на то, чтобы продать эти наушники, я думаю, нужно еще порядка 10 дней. Угу. Так, но судя вот тут по количеству заявок, если, ну, это вот все действительно звонки, потому что ты вижу не только наушники и другие товары, то тут за день, на самом деле, это 1000 набирается. Да, ажиотаж сейчас очень большой на светящиеся наушники, можно 1000 за пару дней слить. Угу. А что будет с деньгами дальше? Ты это как одноразовый, потом выкупаешь долю обратно из гаража или планируешь постоянно так делать? Если бы ажиотаж на наушники такой же останется, то эти оборотные средства можно еще раз округлить, еще раз, пока спрос не начнет падать, угу. Пока маржа не начнет падать.
Вот. А вообще после наушников будет какой-то еще трендовый товар, еще и еще, и этим можно заниматься. Слушай, ну получается, твое предложение это примерно 30% в месяц доходность. Ну, если 300 нужно, 100 выплачиваешь, это хорошо, это здорово. Почему тебе звонят? Почему я вижу, что тебе звонят? Где ты размещаешь объявления, рекламу? Как клиенты попадают на тебя? Нахожу товары, ну, люди уже, кто занимается оптом, то есть в этой сфере люди, за которыми можно следить. Uh-huh. Беру просто ряд товаров, вмещаю на бесплатные доски объявлений. Uh-huh. Если идут звонки, то я сразу понимаю, что товар имеет спрос, и его нужно заказывать. Ну, то есть ты просто размещаешь где-то там на Авито? На Авито, да, Авито, Тиво, из рук в руки. Uh-huh. Есть бесплатные доски. Ну, вот наши уважаемые зрители, да, мы можем, наверное, проверить прямо, да, вот сейчас сидите за компьютерами, смотрите, что нужно набрать, допустим, чтобы попасть на тебя, да, вот твоя сейчас сторона, светящиеся наушники, как вот наши... Ну, я думаю, если на любой доске объявлений вы наберете светящиеся наушники оптом, то 80% объявлений, скорее всего, будут моих. Ну, как ты это добиваешь, скажи, там же тысячи этих объявлений, ну, что, только ты продаешь или почему? Нет, есть просто некая программа, которая создает массовое объявление. Есть, я не знаю, как это объяснить сейчас. Ну, то есть ты просто всю выдачу забиваешь своими объявлениями? Да, да, да. Угу. В любом случае на меня наткнетесь, то есть даже разные номера просто будут переадресаться на мой. Угу. Так, ну, если зарезюмировать, я сейчас подведу итог, ты, если что, меня поправь. Значит, Вова по большому счету предлагает следующую сделку, да, инвестора. Необходимо 300 тысяч на цикл сделки примерно месяц. За этот месяц происходит оборачиваемость этих 300 тысяч. На них заказываются трендовые товары. В нашем случае сейчас это светящиеся наушники. То, что на них спрос огромен, вы можете посмотреть это в WordStat'е, там по Google, там аналитик. Дальше. На этом он зарабатывает 200 тысяч, половину из чистыми, половину из которых он готов распределить в виде дивидендов среди инвесторов. Где-то, наверное, 1000 рублей делаем цену одной доли, да, получается, будет, да, 300 тысяч, будет 300 долей все, да, потому что сумма небольшая выходит. Так, это получается практически, ну, 30% в месяц. И плюс ты готов в случае... Если люди будут выставлять свои доли на продажу, их выкупать. Да, конечно. Если у тебя, ну, наоборот, можно будет выдернуть и вернуть в любой момент. Ну, по сути, все понятно. Тогда более подробную статистику приведем именно в текстовом виде. Вы все посмотрите, прикрепим скрины, если не против. Конечно. Вот этих вот всех Excel, сколько у тебя здесь всего написано. Ну и все, и посмотрим. Вот еще один из проектов, достаточно простой, достаточно быстрый и легкий понимание. Поэтому... Изучайте, следите и принимайте участие. Биржа Cemex. Гарантированно верное решение.